И как ученый, и как человек, и добрый, и отзывчивый, и всегда всем поможет, никогда никому не откажет. Ну, о нем много можно говорить, очень много. И только хорошее. Это человек большой души. Это человек, который никогда не сидит без дела. У нас умничка. Он за многое отвечает. Да. Виктор Петрович у нас вообще молодец, потому что без Виктора Петровича институт бы не двигался. Он в курсе всех событий по медицине, вот на Украине. Особенно, ну, конечно, в педиатрии, так как он педиатр. Виктор Петрович – это гордость института, это гордость нашей академии, это гордость Министерства здравоохранения. Везде, где бы ни работал наш дорогой Виктор Петрович, везде он себя показывал самых лучших качеств. Прежде всего, это высокий профессионал. Второе – это достойный и способный ученый. Виктор Петрович – человек, ученый-новатор. Он не может жить без нового. Он всегда приходит с новыми идеями и говорит, давайте этот вопрос будем поднимать. Конек его всей жизни и всей его научно-практической деятельности – это забота о школьниках, особенно о детях здоровых. Он говорит, больными можно заниматься, но надо не довести, чтобы этот здоровый ребенок завтра был больным, потому что он болеет. Он знает, что здоровье закладывается именно в детском возрасте, именно в школьном возрасте. И вот в последнее время он подготовил хороших докторов наук молодых, которые сделали действительно прорыв в школьной медицине. Если бы Виктор Петрович был хотя бы еще в 10 школах Киева, то Киев был бы самый образцовый город по здоровью учеников. Много лет уже занимаюсь проблемами охраны здоровья ребенка. Это вопросы, которые сегодня меня волнуют. Почему? Потому что среди детского населения сейчас очень много хронической патологии. И мы поэтому проводим исследования в школах, в детских дошкольных учреждениях, изучаем показатели здоровья. Особенно сейчас меня волнуют дети школьного возраста, которые, по сути дела, остаются за бортом. Большое внимание уделяется детям первых лет жизни. Поэтому мы сейчас ставим вопрос относительно того, чтобы укрепить здоровье детей подросткового возраста, потому что сегодня много вредных факторов влияет на здоровье ребенка. Самым главным направлением для наших исследований сейчас является профилактика. Я этот вопрос все время будирую перед Министерством здравоохранения и перед нашим ученым советом института и академии, чтобы разрабатывать именно тематику профилактического направления. Это сегодня самый главный вопрос – предупреждение патологии. И в этом направлении уже у меня есть 18 учеников, которые защитили кандидатские и докторские диссертации, которые работают в разных областях Украины. Кроме научных исследований, мы большую работу проводим по связи с органами здравоохранения. В частности, у меня такая задача сейчас планировать работу совместно с Министерством здравоохранения. Я составляю ежегодные планы совместной работы и изучаем положение вещей в Украине по направлению организации помощи детскому и женскому населению. Кроме того, большую работу проводим по созданию конгрессов, конференций, организации этих мероприятий. Я постоянно занимаюсь организацией выставок достижений нашего института и отвечаю за внедрение научных разработок наших научных подразделений в практику здравоохранения. Это большая работа для меня, постоянная работа. Кроме науки, большой раздел практической деятельности. Благодаря этому институт занимает ведущее положение в области охраны здоровья матери и ребенка. Ну и я, по сути дела, являюсь
практически заместителем директора в этом направлении, потому что институт является республиканским центром. И, конечно, эту работу анализирую в основном я каждый год и постоянно докладываю Министерству здравоохранения и Академии медицинских наук о состоянии дел на местах и как следует направлять наши научные исследования. Наша гордость института. Да. Спасибо тебе, спасибо, дорогой. Спасибо, что вы есть. Виктор Петрович, это не просто, это целая эпоха. О Викторе Петровиче будем книги писать и при жизни, потому что долгих вам лет, вы заслужите, вы делаете добро. Если честно сказать, его в институте все любят. Да, хотелось бы, чтобы он был здоровенький у нас и еще долго-долго работал у нас. Надо перейти, чтобы тебя видели, и ты всех видишь.